Так, всем привет-привет. Мы находимся на складе. Появились новые шубки. Так, Юля. Вот у нас Юля в гостях тут шубку меряет. Вот такая вот красавица появилась. Это шуба москвичка. Это цвет крестовка, да, серый? Бабочка. Цвет крестовка. Новая модель. Тонированная. А размеры они какие? До какого идут у вас? Так, они идут от 50-го угу. И до 56-го. До 56-го. Хорошая модель, красивая вот. Первый раз вижу, и цвет интересный здесь под крестовку. Угу. Так, смотрим, что еще у нас отшито. Так, появились вот такие вот шубки. А, это поперечка, голубая норочка. Так, вот такой фасончик. Так, вот Юлия показывает новый фасон. Английский кимоно. Английская кимоношечка. Цвет уголь, да? Вот они цвета. Махагон. Уголь, бордо, соболь и графит. Красивые расцветки. Сейчас очень модные с воротниками. Вино, коричневый уголь. Да, и вот это, кстати, хороший цвет. Рыжики такие. Так, это с капюшонами идут короткие шубки. Куртки, паркеты. Ага. Паркет. Шуба автоледи. Хороший фасон. И расцветки там разные. Четыре есть. Четыре цвета. Соболь, графит, черный и зеленый. Изумруды. Красивый цвет, зеленый. Очень модный сейчас. Вот, значит, цвет электрик. Появилась шуба с воротником. Такая легкая трапеция, да, Ашка? Нет, просто обычная паркетка. Прямая. Прямая вот красивая шуба. Цвет такой темно-синий. 52-56 размер. 52-54. 56. 56. Так, значит, прямые шубы, где-то длина 110, цвет графит с капюшоном. Длина 100, 110 и 120. И 120 даже, длинные шубы вот эти есть. Хорошо будет смотреться. Вот они, модели. Здесь кокон есть и прямые. И в таком цвете еще, и в черном. А, вот они еще расцветки. Черный цвет и коричневый цвет. Хорошая, да, такая ага. Цветка? Инжир его называют инжир. Сейчас. Ага. Так, значит, смотрим еще. Значит, шубки автоледи вот здесь у нас висят, бордовые. Так, значит, поперечка, графит с капюшонами. Полупаркеты есть. Полупаркетики, хороший фасон. Такой красивый, аккуратный. Да, метр и метр десять. Есть еще бордо. Угу. Паркеты стоят. Метровка. Метровки и метр десять. Богатый цвет, кстати, хороший, очень редкий мех бордо. Очень хороший. Норка хорошая тут, ага. Такая бархатная, велюровая норочка. Так, так. И сейчас я вот еще здесь вот посмотрю. Классические шишки. Шишки такой. Перфорация такая идет. Красивая. Классика женская. Да, и вот оно так сделано здесь, аккуратно, нашивочки такие. Женская классика, размеры все, да, есть тут? Все. Ну, какие классные. Угу, 1,10 м длина. Если нравится, вот фасон, пожалуйста, напишите, размеры есть разные. Вот, это у нас новинки, были новинки, которые вот сейчас отшили. Если что-то понравится, пожалуйста, пишите, привезу на примерку.